Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня разберем и поговорим об этой колонке от замечательного музыкального центра Technics. Модель номер SBEH600. Смотрите, комплектуется родными проводами. Вот этот на низкочастотный динамик красный-черный идет, очень толстый кабель. Вот это чуть потоньше. Колодка, видите, вся разъемная, на винтах она сделана. Здесь такие зажимы. То есть нажимаете, вытаскиваете на пружины зажима. Ну, довольно-таки удобно, можно даже одной рукой делать. Я считаю нормально. Ой, хорошие, ребят, ДСП вот это. Смотрите, видите, сейчас я фокусирую. Вот, довольно-таки плотная ДСП и широкая. Да. То есть сами колонки довольно-таки увесистые. Наподобие сониковских сделан, где хороший бас. Вот 999-е. Стоят, видите, если так посмотреть, вот здесь рядышком стоят, ширина практически одинаковая. Сборка Испания. Третья стоит цифра 8, это 8-й год, 98-й год. И четвертая стоит буква F, это месяц по порядку, A, B, C, D. Эта защитная сетка очень нужна этой колонке. Я сейчас объясню почему. Не только от детишек, которые пальчиками любят понажимать на вот эти вот штучки, подвесы, поковырять там что-нибудь. Но и для самих подвесов. Колонка 98 года выпуска. Поролоновым подвесом вот этим, пенки так называемые, спиненный полиуретан, практически ничего за это время не сделалось. То есть время как таковое на них не влияет, не разрушает. А разрушает немножко совсем другое. Солнце разрушает, и поролон сыпется вот этот. Сами подвесы разные. На среднечастотном динамике вот такой подвес, он как бы менее плотный, что ли. По всей видимости, более мягкий. Видите, он более мягкий, гудоперчивый такой. А на низкочастотном динамике структура самого подвеса более плотная. Плюс вот эти все диффузоры бумажные, что дает очень такой хороший мягкий бас, приятный. Ну, сейчас мы ее дальше разберем, посмотрим на вот этот высокочастотный динамик, имеет такую перегородочку разделительную, то есть звук идет как бы и вправо, и влево, рассекатель такой. Вот как ее разобрать? Разбирается, друзья мои, она легко. Вот видите, здесь вот дырочки, где крепятся вот эти сетки, в них стоят резиновые такие вот заглушки. Просто их пинцетиком, я обычно два пинцета беру, вынимаете их отсюда, вытаскиваете и откручиваете вот такие винты. Чтобы разобрать и почистить вот эту сеточку от пыли, снимаем и все это протираем. Видите, здесь раз, два, три, четыре, откручиваем винта. И мы добираемся до этой части внутри. Резиновые специальные такие пяточки, видите, на колонке. Раскрутили мы всю часть, видите, все на винтах сделано по фуншую и хайфую. Понимаете, о чем я, да? То есть некоторые там и клюют, там и так далее, неразборные. Здесь везде можно добраться, прочистить все от пыли и все замечательно. В ремонт пригодности этот просто комплекс замечательный. Так, смотрим, что внутри у колонки. Видите, все промазано, проклеено, прокрашено. Вот есть, видите, разделение. Еще стоят кондеры на среднечастотный динамик и высокочастотный. Вот, ну, сколько микрофарад, посмотрите по схеме, они везде есть в интернете, если кого-то заинтересует. Вот, ну, видите, как в отключении черный-красный провод просто без всего сразу идет на динамик. Ну, а эти динамики подключаются через кондеры еще. Вот сам динамик. Видите, вот эту дырочку мы сейчас будем изнутри ремонтировать. Видите? На моем канале есть видео, где мы меняем подвес, заказываем из Китая, там и ссылочки есть, и кого заинтересует замена подвесов, можете по каналу полазить, там на эту тему много информации уже отснято. Сейчас возьмем аккуратненько. Вот марка, видите, Малайзия, малайзийская хорошая сборка, качественно сделанная, ребят, то есть все пучком, видите, какой номер динамика.
раз 16PL02V. Магнитик, как бы два таких, да. Вот, ну и все, видите, все, подвесик там. Вон это она, где у нас там дырочка-то наша, сейчас посмотрим. Вон она, видите. Ну, вот мы сейчас клеим с этой стороны и сделаем, чтобы она закрепила, чтобы дальше эта трещина не пошла. Вот таким образом я решил отремонтировать эту дырочку. Намазал клеем там, где щели, да, и так вот тоненький слой ватки, как бы. Сейчас я сверху еще клей положу, слой, и она закрепится, и тогда будет хорошо держать, и я думаю, подвес никуда не денется. Вот такой способ ремонта, я думаю, тоже подойдет. Вот так получилось, практически не видно будет вообще издалека, видите. А с внутренней стороны, видите, я взял тоненькие прям слои ватки, вот буквально прям, то есть нити только, да, и вот так вот сделал такой слой, такой небольшой, немножко клея. Она как армированная, чтобы она будет как с одной стороны гибкая и держать будет. Везде отвалится, только не в этом месте, я думаю. Вот. Сделал таких два тоненьких слоя, как бы сначала намазал клеем, маленькие волокна положил ватки, и потом еще разочек чуть-чуть все их прям закрепил. И вот эта дырка, я думаю, уже никуда она не денется. Все, колонку собрали. Вот такая красота получилась, практически незаметно. Друзья мои, советую, если заметили трещинку или небольшую дырочку, сразу закрепляйте ее. А то сами понимаете, здесь динамик ходит, она будет увеличиться, увеличиться, в конце концов у вас подвес отлетит. А так вы, закрепив ее, практически сбежите замены подвеса. Вот, поэтому если сразу небольшую трещинку заметили, вот такой способ поможет вам сбежать, как бы, других более существенных затрат и времени по замене подвеса. На этом ремонт подвеса колонки закончен. Почистили ее, от пыли освободили. Все практически как новое, можно дальше использовать. Берегите такие колонки. Накрывайте обязательно вот этим защитным экраном. Он не то что даже от механических повреждений спасает, а больше от солнца или ультрафиолета у вас не будет разрушаться подвес.